Для недопущения палов травы используют нестандартные методы профилактической работы. Так, пожарный расчет с работающими сиренами проехал по улицам поселка Борки. По громкоговорящей связи жители предупредили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, осторожного обращения с огнем, а также о действиях в случае возникновения пожара. Наступил пожароопасный сезон. С этой целью проведена подготовка сил и средств территориальных и функциональных подсистем на территории Рязанской области. Начальник МЧС подчеркнул, что в 2016 году на территории региона уже зарегистрированы случаи возгорания сухой травы. Основные причины загорания – разжигание костров без соблюдения правил безопасности, детская шалость, выброшенная тлеющая спичка или сигаретный окурок. Все это является неосторожным обращением с огнем. Ужесточились требования у нас 2015 года, и постановлением правительства Российской Федерации введен полный запрет на сжигание стерни, палов, сухой травы. Напомним, за поджигание травы предусмотрена административная ответственность. В прошлом году в Рязанской области за подобные правонарушения оштрафованы 120 лиц.